Через військові дії на Сході в українських магазинах до 40% упав попит на російські товари. Деякі супермаркети взагалі від них відмовилися, інші позначили триколорами. Пам'ятаєте, абзац уже влучав з продажу кепки з російським прапором та георгіївські стрічки. Але от з'явилася нова модна сепаратистська штучка. Вона шокувала нашу навіть стійку Катю Сенченко. Увага, операція «Майка». «Майка». Дешевый гламур с привкусом сепаратизма. В сети появилась информация о том, что в одном из торговых центров Киева продают такое. Сомнительное творение российского дизайнера Дениса Симачева, возможно, откопированное китайцами. Ежедневно на территории Украины вооруженные группировки с такими лентами на груди убивают наших солдат. А тут ничего, миленько даже, со стразиками. Тьфу, зачем это вообще повесили в такое время? И неужели это может кто-то купить? Пользуется ли популярностью подобный шмот и есть ли вообще еще товар в наличии? Сейчас проверю. Захожу в первый попавшийся магазин и начинаю ревизию. Почти. Да, товар завораживает. Еще пару минут поисков и нападаю на след. Та же фирма. И, о ужас, вот он образец, скинутый нам с Олимпа российской высокой моды. У меня нет понимания, как можно продавать подобные вещи. Тем более покупать. Вдруг она смотрится супер здорово. Наверное, нужно найти в себе силы. На эту вещь еще скидка, да? Да, да. 90 гривен. 90 гривен? Все. Ну, за футболку-то с лентой ордена Святого Георгия Победоносца и такие копейки. Как она вообще сюда попала? Неужели их специально закупили? Оказалось, она такая, слава богу, одна. Тем более, надо быстро убрать ее из продажи, а то кто-то еще на стразы позарится. Скажите, пожалуйста, а вот с подобной символикой вы считаете нормально продавать футболки? Ну, сейчас на Востоке вот люди с такими лентами, они убивают. Это не ко мне. Вчера... А кому? Ну, не ко мне. У меня есть начальство, которое дало. Это вообще Симачев. Так что я понимаю, надо... Симачев, но тут георгиевская лента. Часов. Если вам что-то не нравится, выходите с магазина и идите. Все. Не надо мне, пожалуйста, вот это вот. Люди работают 11 часов. Им приказали что-то продавать. Все. Да ну такие приказы. Иду искать начальство. Обращаюсь за помощью к руководству торгового центра. Он и объясняет мне, в чем загвоздочка. Это же как бы магазин стоковый изначально, с первого дня. Ага. А сток предусматривает, что люди что где выкупили, то и продают. Но если даже этой майке 3 года с момента рождения, зачем ее сейчас-то продавать? Итак, возвращаюсь в магазин с подкреплением. Сейчас все порешаем. Но, смотрите, продавец с директором уже все сделали сами. Мы ее убрали. Просто надо было по-человечески все подойти. Так я же спокойно к вам подошла. Девушка, вы кричали. Я не кричала. Не кидали в лицо, честно. Я? Ну, вот так всегда. Ну, на видео ведь четко видно, истерично ведет себя продавец. Но это уже не важно. Главное – результат. Я надеюсь, что она больше здесь не появится. Я тоже надеюсь, что она больше не появится. Спасибо, что обратили внимание, потому что я, как с своей стороны, заинтересован, чтобы у нас репутация центра не страдала из-за какого-то отдельно взятого продавца или какой-то футболки, который, честно говоря, там в Китае грош цена. Ох, теперь мне кажется, я понимаю, почему в этой торговой точке не было ни одного покупателя. Я, например, такой бы товар не брала со скидкой 30-50%. Не брала бы даже даром. Так что, если милая продавщица из этого магазинчика все-таки смотрит нас сейчас, пусть не обижается на меня и понимает, что я сыграла ее магазинчику еще хорошую службу. Эх, доброта моя, доброта.